И он говорит ей: «С чего мне начать? Ответь, я куплю нам хлеба и сниму нам клеть. Не бросай меня одного взрослеть, это хуже ада. Я играю в блюз и ношу серьгу. Я не знаю, что для тебя смогу, но мне гнусно быть у тебя в долгу. Да и ты не рада». Говорит ей: «Я никого не звал, у меня есть цены, есть вокзал, но теперь я видел и осязал, самый свет похожий. У меня в гитарном чехле пятак, я не сплю без приступов и атак, а ты поглядишь на меня вот так, и вскипает кожа. Я был мальчик, я беззаботно жил, я не тот, кто пашет до синих жил, я тебя, наверное, не заслужил, да и кто арбитры? Ночевал у разных и был игрок, и посмел ступить тебе на порог. И курю, как дьявол, да, все не впрок, только в кусте литры».